Ce concursuri a câștigat în trecut? Какие конкурсы выиграла в прошлом? Первые конкурсы мои были связаны с чемпионатами Молдовы, когда я уже заняла во всех номинациях первые места, уже получила право представлять страну. Deci, да. A câștigat toate concursurile din Republica Moldova și după deja a reprezintă țara Republica Moldova în toate campionatele din lume. Для того, чтобы попасть на чемпионат мира, нужно изначально пройти чемпионат Европы. Deci, ca să ajungi la campionatul lumii, trebuie întâi să treci peste campionatul Europei. В 10-м году я была на чемпионате Европы, вошла в 10-ку. În 2010 a trecut în campionatul european, a trecut în primii 10. Затем уже поехала на чемпионат мира в Париж, там я заняла сразу 4-е и 3-е место, бронзовую медаль. Și după a plecat la Paris și a luat locul 3 și locul 4, медаля de bronz. И затем уже был чемпионат мира в Милане, серебряная медаль. Și după a fost campionatul lumii în Milano și a câștigat серебряная medaль. Locul 2, медаль de argint. И затем уже на основании этих медалей и всех предыдущих конкурсов я получила право стать мировым судьей от страны Молдова. Ina Mușinska este singurul unic artist care reprezintă Republica Moldova juriu la campionatele mondiale. Значит, это был чемпионат Европы в России, Санкт-Петербург. Deci a fost campionatul european în Rusia, Sankt-Petersburg. Затем чемпионат мира Италия, Милан. Campionatul mondial Italia, Milano. И чемпионат мира вот этого года Германия, Франкфурт на Майне. Și campionatul lumii în Germania, Frankfurt. Первое впечатление, самое положительное, как говорите, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Очень, девочки очень талантливые, очень аккуратные и сами очень красивые. Zice că fetele sunt foarte frumoase, lucrează foarte bine. Îi place tot ce fac, adică ce le zice, aia face. Nu stă să spună că... nu stă să zică că, uite, faci asta și nu face. Deci îi place cum lucrează. O să întreb pe Ina Mușinska ce părere are despre școala de make-up Ramona Chiriță. Какое впечатление про школу макияжа Ramona Chiriță? Впечатление самое хорошее. Мне нравится, как поставлена работа. Мне нравится, что школа активная, она работает. Это видно по посетителям, по ученикам. Deci îi place foarte bine, adică arată foarte bine, este bine că e și în centrul Bucureștiului. Se vede că are mulți vizitatori, are mulți studenți. Хорошо налажена работа, подход именно организационный. Și este foarte bine organizat. Также нравится тот момент, что при школе находится фотостудия, работают профессионалы, которые занимаются фотографией, что позволяет ученикам сразу иметь портфолио во время обучения. Это очень удобно и очень большая помощь для студентов начинать работать. Deci îmi place că direct în școală se află și studioul, așa, pentru poze, pentru că studenții pot să-și ia deodată pozele și sunt pregătiți ca să aibă mai departe un portofoliu. Также очень хорошо, что школа сотрудничает с профессиональными брендами. Ателье Париж, Makeup Pro. Makeup Pro, правильно называется? Mac Pro. Давай еще раз. Очень хорошо, что школа сотрудничает с профессиональными брендами. Makeup Ателье Париж, Mac Pro, Tertu, Makeup Forever. Deci, foarte bine că școala lucrează cu mai multe firme. Produse de la Atelier Paris, Makeup Forever, Mac Pro. Это говорит о том, что студенты выходят отсюда специалистами-профессионалами, которые работают на профессиональной косметике. Deci, de aici rezultă că studenții care termină școala deja sunt profesioniști, că lucrează cu produse profesionale. Также очередной пункт очень положительно срабатывающий в сторону школы, то что здесь есть база моделей,
которые приглашаются на отработку для студентов, на которых они учатся и, соответственно, получают хорошую практику. Deci este foarte bine că studentele machiază modele și au posibilitatea să machieze modele.